Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и подписчицы, случайные зрители. Если вы еще не подписались на наш канал, обязательно подпишитесь. В этом видео мы поговорим о рыбке, которая называется филомена баллон. Дисковая филомена или филомена баллон – это мирная, активная и неприхотливая рыбка. В одном из видео был видеообзор на обычную филомену. Обычная филомена является родственной рыбкой, но имеет отличие не только внешние, но и внутренние. От своей родственницы у этих рыб остро развито чувство стаи. Филомену баллон необходимо держать стайкой 5-6 особей. В живой природе филомены обитают в Парагвае, Боливии, Перу и Бразилии. Минимальный объем от 20 литров. При этом нужна аэрация и фильтрация, а также подмена воды еженедельно. Комфортная температура воды 22-26 градусов. PH 6-7,5. Желательно густо засадить аквариум растениями и при этом оставить место для свободного плавания. Большую часть времени филомены баллон держатся в средних слоях воды. Отмечу, что это мирные и дружелюбные рыбки, не беспокоящие других обитателей аквариума. Они хорошо уживаются с другими хароциновыми. В кормлении всеядны и неприхотливы. Важно давать не только сухие, но и живые или замороженные корма. Самку от самца отличить не так сложно, они крупнее и имеют более округлую форму. Для нереста необходима мягкая и кислая вода с температурой 26-28 градусов. О том, что эти рыбки мечут икру на растения, так что без растения в нерестовике не обойтись. Через 1-2 дня икра проклевывается. Тут мальки неравномерно, более крупных особей придется отсаживать в другой аквариум. Кормом являются науплии и коловратка, а также промышленные корма, такие как пыль для вскармливания. На этом, в принципе, и все, что я хотел вам сегодня сказать. Дальше предлагаю немножко полюбоваться этой рыбкой под хорошую музыку. Всего вам доброго и до новых встреч. До свидания.